Дорогие друзья, всем доброго времени суток. У нас получается такая не очень приятная новость. У моего оппонента обнаружили ковид, и наш бой отменяется и переносится на 2 недели. Так что спасибо всем большое за поддержку. Мы эти 2 недели продолжим здесь подготовку, тренироваться будем здесь на месте, в Вегасе. Так что нам по-прежнему нужна ваша поддержка, и, как говорится, все, что не делается, делается к лучшему. Так что вот так, ребят. Авраам, скажи пару слов про меня. Ну что, ребят, как сказал Александр, у нас негатив, у соперника, у Саши позитив. Бой перенесли на 2 недели, нам не разрешают... At 19, yeah? Наш бой перенесен на 19 сентября, и до этого времени мы будем находиться здесь, на базе в Вегасе. Будем тренироваться, продолжать свою подготовку. Так что, ребят, с Божьей помощью все будет хорошо, и мы наконец-то уже проведем этот бой. Извините за беспокойство. Нам тоже обидно, извините за то, что так получилось, но видите, это спорт, и в условиях пандемии есть вещи, независимые от нас, обстоятельства, на которые мы не в силах повлиять. Будем надеяться, что соперник быстрее выздоровеет, и через 2 недели у него покажет негативный тест, и он вернется в строй, и мы все-таки наконец-то разделим с ним октагон. Огромная просьба, не отчаивайтесь, все будет хорошо. Значит, так было угодно Богу, и мы все равно будем идти дальше. Мы чувствуем вашу поддержку, спасибо большое, что интересуетесь, спасибо большое, что пишете, спасибо за теплые слова, это очень мотивирует, и... Мы будем стараться только идти, только вперед, прославлять наш Молдову, Грузию, Камрад. И хотелось еще добавить, это не единичный случай. Еще вылетели еще 3 бойца, поэтому это здесь такая... Здесь вообще получается сейчас весь ивент под угрозой срыва, потому что из 13 запланированных боев осталось только 7. И... это как бы это первый раз за всю историю UFC, такого еще ни разу не было, и все в шоке, все здесь ужасный кипиш сейчас происходит. Так что будем надеяться, что все-таки ивент состоится, потому что есть много ребят, которые гоняли вес, готовились, мучились, и так что у нас как бы ситуация не из худших, потому что нам особо с весом работать не пришлось в последнее время. Так что, ребят, все будет хорошо. Держите кулаки, мы не сдаемся, мы продолжим идти вперед, будем продолжать тренироваться, держать себя в форме. И через 2 недели, 19 сентября, ждите наш выход в октагон. Это придает нам просто еще больше силы, еще больше спортивной агрессии и злости для того, чтобы показать то, на что мы способны в октагоне. Вот, а прямо сейчас мы идем на тренировку. Отменили бой, но тренировку никто еще не отменял. Так что, ребят, всем спасибо, следите за нами, будьте в курсе всех событий. Мы по возможности будем выходить в прямые эфиры, следите за нашими сторис. Всем хорошего вечера, всем хорошего дня, удачного времени суток. Продолжайте быть с нами на связи. Спасибо.